Привет всем, вы на канале Bear и Game, мы продолжаем проходить игру Friendbow. В общем... Привет вам кому-то, да, Филиппу. Эдуард или кто? Эдуард, да, Эдуард Филиппов, извиняюсь, не так, передай. Да, в общем, мы тебе передаем привет от нашего канала. Там человек тоже написал, что спасибо, что проходите на замечательную игру. Да, спасибо вам за комментарии, спасибо, что смотрите, спасибо, что с нами. Нам очень приятно. Действительно, игра очень интересная, и прям у нас давно таких игр не было, которые прям вот... В нее реально хочется играть вообще, она интересная игра. Вот, так что давайте нажмем продолжить. Так что всем привет, всем хорошего настроения, дня. Да. А у нас сейчас ждет очередная загадка с этим козлом, который у нас крюк забрал, паскуда. Так, а он у нас забрал. Пойдем за девкой тогда, за девкой. Куда же она пошла? Она уже ушла. Походу, чуть-чуть, она вообще испарилась. Ладно, мы походим по комнатам, посмотрим. Здесь без изменений. То есть, я думаю, надо тут что-то сделать, а потом походить, посмотреть, может, какие-то изменения есть. Не, изменений не будет. Только там, где мы дальше продвигаемся, там что-то, видишь, не было ни разу такого. А что мы сделали? Может быть, ей теперь отдать этот фломастер? Зачем? Мы же уже вроде как... Зачем? Так не пойдет. Не, мы просто же нарисовали там какой-то замок, там что-то такое. Офигенно. Пойдем опять к королю. Ну сейчас какать. Куда? Какашки, какать какашки. Хватит, ну все время какашки говорят. Все какают какашки. Пускай задолбали они уже. О, поёмте. А здесь, кстати, глазика нет, что дальше-то можно пройти, да? Да. Вот это странно. Чё козлёмку-то сделай? Может, включи другой мир? Может, мы Игорьку заберем сейчас из другого мира? Ни хера не заберем. Доберись до ключа. Вот что нам советуют. Угу. Мишку что-то... Может, медведя как-то взять или фиг понять? Может быть, подождать, пока он куда-нибудь доползет? А давай посмотрим, куда он вообще доползти может. Уже... Кость, ну быстрее. Быстрее давай. Ну, мы за тебя болеем. Давай, ползи. У него что, шея разрезана, походу, да? И живот, там, то есть это спина вся разрезана, кишочки какие-то. Ладно, черепашка уже прошла половину комнаты. Да уж. Чё вот, там? Кстати, говорят, что черепахи очень медленные, да, всегда почему-то сравнивают. Черепахи, там черепахи такие медленные. На самом деле, хочу вам сказать, это не черепахи медленные. Есть такой вид животных, рептилии. Вот рептилии, они все медленные, независимо от того, ящерица, черепаха, змея, они все медленные, так что... Нет, если их напугаешь, они будут очень быстрыми, так что они не медленные. Это ну, черепаха. Естественно, ты черепаху напугай, она голову быстро уберет в панцирь, естественно, понятно. Так, куда он доползет? Может, он должен туда доползти, в ту комнату? Все. Посмотри, что-нибудь нету. Ты что дальше-то не ползешь? Не, он фуфел. Смотри, не доползает. О! Я сказал Марселю последней доставки, но он еще не смотрел. Что ж, посмотрит завтра. Он ушел домой. Гладис может делать ложь. Конечно, что угодно, кроме как отнести охраннику кофе. Почему нет, пожалуйста? Мне нужно посмотреть за детьми. У меня другие дела, извини. Кофе. Кофе несем козлу. Блин, таблетку сожрали. Читаешь? Ты должен читать. Послушай, барышня, я целый день здесь выслушаю чужие проблемы. Уже очень поздно.
Я устала, просто уходи. Простите, мисс, как вас зовут? Меня зовут Галина Бланка. Теперь, пожалуйста, уходи. Объединить? Нет. Объединить? Навряд ли. Мне не следовало. Да нет, булочку, то зачем в кофе пихать, мне кажется. Ну, пойдем кофе козленку отдадим. Ну, больше ничего не остается, правильно? Ну что ж, мистер Читайло. Вот ваш горячий... А, ну читай. Ну да, вот ваш горячий-прегорячий кофе, сэр. Ух, злая какая. Смотри, что ты надела, безумная стерва-сирота. Ты сделала это нарочно. Теперь надо переодеться. Адски жжется. Никуда не уходи, маленькая гадина. Какой же ты дюпель. Забирай ключи. Пошел назад. Так, какую-то дверь давай откроем. Значит, усыпить надо кого-то другого, правильно? Блин, да. А, что он читает, надо посмотреть. А, нет, это скорая, хорошо, все. Паника началась. И кажется, там две дугой откнула. 12-я там на ключе было написано. Пойдем. Вот и новая комната. Еще один ключ. Быстрее открываем. Точнее, берем. Туда прям беги, где король. Всегда хорошо иметь лишний ключ, изучить. Лишний ключ, нашла его в кабинете. Там, где король, мне кажется, туда надо идти, надо валить, пока он не пошел. Желтая пишущая машинка. Никаких картинок. Мозг такой сложный. Зрение, вкус и слух. Все те же книги. А там что? Доктор съел яблоко. А, это доктор, который нас принимал тогда. Интересно, что люди делают на таких собраниях. Какой милый рисунок, хотел бы я так рисовать. День тестов всю неделю. Октябрь, ноябрь, думаю, мы сейчас в октябре. Какой крошечный текст, размышления Марселя Дирна. Интервью доктора Дирна о работе с детьми. Вы не одиноки, присоединяйтесь, клиника Освальда, конечно. Код и другие важные сведения, наконец-то. Я видел это раньше. Что это значит? Теперь, наверное, в наш разум переместимся, да, как-то? Не знаю, посмотри, ну а что тут, ничего такого. Ненавижу эту кушетку. Здесь обычно сидит доктор и ничего не делает. Ого! Да уж. Даже когда твои глаза открыты, ты не можешь понять. Когда твои глаза кровоточат, ты не можешь почувствовать. Не скрывай то, что болит, пусть это причинит тебе боль. Эта мертвая девочка немного похожа на меня. Я вижу странные вещи под успокоительным, но я не мертва. Я могу дышать, говорить и все прочее, что может живой человек. Все тогда, наверное, уходим из этого разума. На кишках сидит, паскуда. Значит, там не одна эта девочка была, сколько кишков уже. И всех высосал. Пойдем ту дверь открывать у короля. А это что? Я не знаю, что это. Из нее идет холодный воздух, словно ветер. Думаю, там есть проход. Вентиляция. О! Фил! Забытая девочка без семьи и кота умрет, когда взойдет луна. Что ты имеешь в виду? Что же нам делать? Ключом дверь открой. Вентиляция, наверное. А у нас ключа-то и нет. Есть. А, Фил, пожалуйста, выпусти меня. Не стоит кричать, если меня здесь найдут, я влипла. Куда я дела ключ? Вот этот ключ вряд ли подойдет. Хотя я попробую. Этот ключ не подходит. Я люблю открывать письма, но они не для меня. Крюкой это ему. Что здесь еще? Код. Изучить.
Доктор Марсель, сигнализация отключается в панели безопасности приемной. Желтая дверь будет открыта в течение 2 минут, после чего сигнализация активируется снова. Код сигнализации 17 декабря, 25 июля. 17.25, что ли? 17 декабря, 25 июля. Ну-ка, а там на календаре ничего не было отмечено? Было. Может быть. 17 декабря. Фиг его знает. Вентиляция. Не знаю, что это. Что же нам здесь делать-то? Туда не идет, туда-сюда. Нет, это, видимо, все заперто. Мне нужно открыть ограждение перед желтой дверью. Может быть, ключ сюда всунуть? Ключ сюда. Тьфу, не работает. Я могу написать письмо тете Грейс. Дорогая тетя Грейс, заберите меня отсюда, пожалуйста. Да, так точно. Желтая пишущая машинка. Блин, может быть, ключ ставить из одной из ячеек? Ты какую, во вторую вставила? Или он там просто висел? Вообще, мне кажется, это какая-то ключница. Тут просто ключики висят. Ничего, конечно, о чем я только думала. Да уж, можешь мир переключить, посмотреть. Кровать, что она дает нам. О, а здесь вообще каменная дверь, смотри. Вот. О! Котик нам открыл, помог. Залазь. Идем. С ума сойти, кот нам помог. Вентиляция, возможно, это мой путь к свободе. Молодец, кошак. Интересно, Фил знает об этом? Офигенно. Паскуда, Фил. Ох, эта крыса сильно ударилась головой. Нужно дать ей шлем. Шлем. Где мы возьмем ее? А подожди, туда наверх ты не можешь? А, только сюда можешь. Я просто продолжу идти и идти. Сейчас упадешь. Стой. Наверное, так и положено. Да? Я думаю, что да. Ну давай, вставай. Боже, где я? Думаю, мне придется это выяснить. Швабра, отличный партнер по танцам. А самое главное, побольше туалетки. Мистер Полночь ненавидит швабры. Он всегда пытается их убить своими свирепыми лапами. Да. Шваб... А, ну это мы читали. Угу. Это какая-то не уборная, как это называется? Какой-то хозяйственный кабинет. Mm-hmm. Что-то здесь... Все вот эти средства. Да, ну, уборная. А, чистящие средства, ими следует почистить наши туалеты. Губки, мочалки, тысячи химических средств. Не думаю, что они мне понадобятся. Нет воды, чтобы помыть руки. Коробка открыта, посмотрим. Перчатки ни о чем мне не говорят, все медсестры их носят. Я могла бы взять их и попробовать, но я не хочу. О, дуотин? Да. Желтые таблетки, ха, они выглядят веселее, чем красные. Ха, плохие таблетки, я приму их просто, чтобы найти котика. Я думаю, я брошу, когда найду мистера Полночь. Или пока не приму их все. Пустую забери, попробуй. Бутылка пуста, думаю, они положат в нее какие-то таблетки. Стертая этикетка. Пациент. Ох, какой номер. 250-620-091-5000. Наша текущая цель. Цель реагирует положительно. Расширяем спусковую железу. Повысить уровень эктопламатина до 1700 миллиграмм. Замените контейнер, чтобы он выглядел как утвержденный дуатин. Что это значит?
они заменяют какое-то лекарство каким-то другим. Угу. Заменить контейнер, чтобы он выглядел как утвержденный дуотин. Ну, значит, людям галлюциногенные вещества дают. Повысить уровень эктопламатина. Расширяем спусковую железу. Понятно, значит, что-то... Они расширили нашу спусковую железу, это и вот что-то у нас какая-то труба видится, чтобы все психами казались и сидели в этой лечебнице. Mm-hmm. Пока они употребляют это лекарство, они все больные. Понимаешь, их не отпускают домой. Если бы я была бы ведьмой, я бы улетела отсюда. Летели бы с моим котиком, и ночь была бы полна сияющих звезд. Посетили бы интересные места. Мы оба любим такие вещи. Я думаю, мы поможем всем. И лечебницу закроют, а лекарство это погано. Ну, употребляй таблетки, фигли. В коробке ложь. Так точно. В этом месте можно действительно потерять голову. Надеюсь, я убегу прежде, чем потеряю свою. Вот эти таблетки прут, видите, они не так. Вот они вызывают какие-то галлюцинации. И типа дети больны. В коробке ложь. Посмотри, то, что там, то, что там написано, это значит ложь? А, или то, что там написано дуатин, это ложь. Угу. Ну ладно, ничего здесь такого нету. Пойдем. Тогда все, пойдем наверх. Вот это не да. Дуатин, он не вылечивает детей. Вот у нас ключик есть. Закрыто. Ключ. Использовать. Туалет. Козел ты поганый. Если ты будешь бороться, то узнаешь, что это был я. Я буду в каждом уголке заставлять тебя плакать и страдать. Если ты посмеешь ослушаться, твой кот будет обречен. Упала. И вот опять история. Мой дорогой котик, мы снова будем вместе. Скоро снова будем вместе, я обещаю. Я скучаю по тебе, моя дорогая. Я так по тебе скучаю. Почему ты уходишь? Прошу, не оставляй меня, мистер Полночь. В какой-то лабиринт убежал. В конце лабиринта, Френ. Опять здесь. Пойдем опять наверх. Я снова потеряла сознание. Интересно, реально ли мои сны? Монстр не отпустит меня домой. Но если найти лабиринт, возможно, я смогу отыскать мистера Полночь. Это ее рассуждение. Тогда мы ключ использовали или пойдем нет? Пойдем опять наверх. Пойдем опять наверх. Это туалет, наверное. Ну, вряд ли. О! Как это так? А, это другое уже место, смотри, похожее на то. Операционная, пациент Роберт Кларк, лоботомия головного мозга, доктор Роман Бейтс. Наблюдение, наркоз не подействовал, дойдя до лобной доли, пациент очнулся. Процедуру отменили, и она осталась незавершенной. Напомни мне, что такое лоботомия? Забыл. Короче... Трепанация черепа, это череп скрывают. Лоботомия, я забыла, что это. Короче, это что-то там, типа, мозги из тебя действительно выкачивают. Это действительно было такое. Раньше использовали там в психиатрии, так скажем. Но это какие-то древние способы лечения. Это вообще... Сейчас уже такое не должны использовать. О. Это что? Ого. Операционная, я не хочу заходить. Пахнет гниющей плотью, фу. Я не хочу, чтобы они играли с моей головой. Да уж. Осмотрим все, что можно осмотреть. В самом деле обошла все кругом. Сейчас я как раз под кухней. Че это такое? Бедные дети. Или нет, это картина? Бедные девочки. Надеюсь, они скоро поправятся. Надеюсь, я не закончу так же.
Этого не будет, если я выберусь и найду мистера Полночь. Я думаю, это все из-за лекарства они такие все стали. Ну, лекарства, потом им сделали эту лоботомию. Так точно. Привет, ты спишь? Тебя вырвало? Это отвратительно. Надеюсь, ты скоро поправишься. Да уж. Может быть, это? Как хочешь мне. Ох ты, ёпта. В коняку вставили башку клоуна. Ты не можешь винить тех, кто невежественен. Но ты не можешь позволить невежеству решать. Жизнь научит тебя даже сквозь боль и слезы. Мой жизненный путь отрицали. Я не был рожден, но я жив. Я жду маму, что будет меня любить. Какая-то она такая полуфилософская игра, да? Они тут как-то цитатами говорят. Интересно очень. Ладно, нам больше здесь нечего делать. Пойдемте туда. Да, я отвела новенького наверх. Нет, я его не видела. Ключ от подвала? Нет. А в кабинете доктор. Раньше он держал ключ там. Успокойтесь, ключ здесь. Ключ здесь нет. Ключа здесь нет. А, ключа здесь нет. Конечно, я дам знать, если он найдется, но вы должны успокоиться. Да, я принесу его вам, если найду. Хорошо, пока! Ну и чё? Боже мой, я не могу в это поверить. Я уже в приемной, великолепно. Но медсестра, я должна от нее избавиться. Таблетки сожри. Что мне делать? Боже мой, я не могу в это поверить. Попробуй таблетки сожри, не говори пока. Ах, хитро как сделать. Походи, посмотри, что здесь. В конце лабиринта. Зародыш, зародыш. Боже мой, ты в порядке, малыш? Там висит твоя мама? Ты скучаешь по ней? Я тоже скучаю по своей маме. Ты кожа да кости, фу. Почему ты там висишь? Ты тоже медсестра? В конце лабиринта. Именно это мистер Полночь сказал мне. Интересно, что в конце этого лабиринта? Я не могу вспомнить номер тети Грейс. Я точно удивлю ее, когда вернусь домой. Любовное письмо, дорогой Пит. Фу, мерзость. Что там? В держателе ключей нет ключей, чтобы держать. Я больше не хочу здесь находиться. Может быть, ключик нам повесить обратно? Она уйдет, и мы свалим. Вот, надеюсь, медсестра увидит ключ. Теперь жесть. Нам надо, наверное, обратно. Смотри, мы встать. В другом мире, она нас не видит. Зашибись, давай. Все, да, таблетки. Очень интересно. Ох, ключ все-таки был здесь. Нужно отнести его назад. Пойдем. А это что? Это код. 17:25 или чего? Давай что? Посмотрим. 17:25, попробуем. Больше здесь нечего же почитать. Слишком просто. Нет, ну нет ничего. Много папок и книг. У них должны быть данные на каждого ребенка. И, конечно, данные гласят, что каждый из нас безумен. Я точно удивлю ее, когда вернусь домой. Это мы уже читали. Мне кажется, эта тетя издала ее сюда. Тратя время на кресле, размышляя, пока мой бедный котик мерзнет снаружи. Я больше не хочу здесь находиться. В смысле? В 17:25? Чего? Семнадцать
17 декабря. 17, 12, да, получается? Июль. Декабрь 12, июль 6. 17, 12. 7. Нет. 25, 7. Ни хера. Мне а что-то в том не поле хватает. Можешь там вести? Слушай, может быть, нам походить еще посмотреть что-то? Ну иди туда, вот туда иди. Ресепшн. Блин, как нам код-то этот открыть? Я не могу открыть дверь, она закрыта. Твою мать. Надо записку изучить, что ли. Надо код разгадать. Ну что, тогда все? Ну да, тогда все получается. Код не пишите, если уж смотрите, ну, нужно самим как-то допереть. Очень интересно там все-таки, что дальше будет. Наверное, мы, может, все-таки выйдем в следующей серии уже наружу и там будем ходить. Да уж. Может быть, что-то еще можно использовать. Изучить. Да, сигнализация отключается в панели безопасности в приемной. Желтая дверь будет открыта в течение 2 минут, после чего сигнализация активируется снова. Код сигнализации. Там вроде 31 написано. Ой. 20. 21, что ли? 31? Наоборот, что ли? Или фиг его знает? Подожди. 71? 31, что ли? Или подожди. Там... 71? Вот я внизу вижу зачеркнуто 31. Перечеркнуто. А вверху 251, что ли? Вверху? Или 254? 71, 31, фиг его знает. Ну-ка. Нихера. Блин. Чё ж там за записка-то, ёптымая? Жаль, что не вышли. Что это значит? То есть что-то было большое перечеркнуто, да? Потом идет стрелочка. 17 декабря и 25 июля введено в кружочек. Это равно... 17 декабря равно... чему-то там. 25 июля равно чему-то там, перечеркнуто. И еще перед этим какой-то еще кружок. Видимо, нам что, надо здесь что-то сделать? А там, кстати, на кодовой панели как цифры, так и буквы, да? Ты видел? Нет. Буквы, вот смотри. Угу. A, B, C... Введите 4-значный код. Хер его знает какую. На, значит, они сложнее сделали. Не просто 17-25 и все, и мы ввели, нет. Да. Вот я внизу точно вижу 31 перечеркнуто. А что здесь не понятно? А здесь то ли 51, что ли, фиг его знает. То ли 24, вот кажется мне. Короче, на многие какие цифры похожи. 3-значное число вижу. 231 или 234, что-то такое. 51. Блин, ну что за хрень? 251. Все, здесь закончим. Подписка на канал. Вступай в группу ВКонтакте, комментируй, ставь лайк. Пока.